Вы что, не понимаете, что тут не надо этих 5 хилов? Я бы вообще сказал спекнуть с какого-то шамана Велима или Венха и настроить. Тут не надо хилов, тут трейд не получает овер дофига дамага. Вы умираете просто не от того, что вы умираете от того, что тикает по вам дамаг, вы умираете от ваншотов. Тут 3 хила убивается этот пожарный, 3 хила. 3 хила, я убивал его с Олегом, я убивал его с жмуком. Зачем тут воид спекает 5 хилов, я до сих пор не понимаю. Зачем тут вообще не, знаю, не, ты не знаешь, 5, какой дамаг 6? Летает по рейду? Зачем вам 6 жесть. Хилов, ребята? Зачем вам 6 хилов? Хилов и нету демонов. Включите мозг, 4 хила дайте. Дракона вон нету, что там, можно поди демона взять вместо него. Ой, дайте стол. Ну 6 хилов перебор, 5 вполне достаточно, если нормально хилят. Не надо, надо этот, надо 4 хила и этот, и как это называется, и эрдру тут не надо, надо точечный быстрый поднятие хила, а не ход эти големы. Я с этим не согласен, тут очень большой дамаг влезает АУЕ. Да. Тут именно надо его захиливать сильно. Потому что весь рейд почти в одной точке стоит, поэтому много урона летит. Че, демон есть, не? Да спекнуться лучше кого-нибудь у Лема. И, кстати, зря вот спекнулся походу в СУ. Я бы тебя лучше в РДРУ оставил. Человека с КД не хочешь взять? Хант один, выйдите на сумон. Хант или кто-то со стаи на сумон. Конечно, тут без РДРУ жопа полная. Не знаю, зачем ты спекаешься, Войд. Там четко, когда весь рейд знает все, что делать, как. Я вспомнил рейды, где мы там фулгирными зашли 6-6 и зарганули его как тряпку, блядь. Даже не почувствовали в 3 хила. Хпал Иршан ДЦ. Сейчас тут такого не будет. Да, даже пришли в огнем шмоте, да? Первый дайте, потом нормально. Когда сигнальные боты хоть что-то тушили, блядь, хоть какую-то часть комнаты. Сейчас просто ФКшат. А, там 61 онлайн, давайте дуплитесь, в РС-ку надо сходить, а не дрочиться тут с этим Мимироном ебучим. 62 онлайн, ты поделать режим фас на йога и РС-ки, не? Да он в РК. Зачем ты спишь? Мы пока пожарника убиваем, он целка принесет как раз. Давайте, подходите.
Бафайтесь, погнали, что у нас, что стоим? Ай, Саня, командуй, включай всю эту хрень и погнали. Дали кнопки туда. Все, стойте в кружочке, дальше меня никто не забегайте. Хильте, бьем уже. Спустили за хилео. Беги, малыш! Убежали велики. Сместились. Так, урон стопаем. Стопаем урон. Не бьем, не бьем, не бьем. Кружочки стоим. Так, бежим влево, от огня. Влево, влево. Из огонька выбегаем. Беги, малышка, беги! Ждем, пока потушит. Килю вытирает. Все, добиваем, добиваем, добиваем. Метку, метку. Пятной к боссу встали, побежим влево, вот сюда. Сюда. Вон в уголочке тут постоим. К воротам сюда. Все, побежали отсюда. После огня можешь его резнуть там поближе к боссу. С разлем и можешь резать. Ну давай резать, у нас один БР, зачем это? У нас кто-то сдохнет по-любому. Погнали под босс. Хилы в метке. Хилы в метке в кружочке вот сюда отошли. Велики под боссом. Смотрим. Смотрим. Я далеко. Сюда, сюда, сюда перебежали. Все в меня, милики тоже. Милики тоже в меня. Милики. Да, рассосались. Теперь рейнджу набираем. Очень важно. Точки не стойте. Рейнджу. Рейнджу, рейнджу, рейнджу. Скоро за спину надо будет забежать. К боссу подходите. К боссу подходим. Сейчас за спину забегать надо будет. Смотрим. Все, за спину, за спину, за спину. В огне не стоим. Будем вторую метку ждать, нет? В огоньке не стоим. Да, только... Давай вторую подождем, стоп, стоп, стоп. Больше огня, стань меня в ДК. Вот, стань, подведи всех по входу. Давайте сюда. Хилимся, хилимся, стоим, ждем. Бейте, бля, там 100 тысяч. Метка, 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 метка. Отбежали, отбежали из нее. Смотрим, что, нету меточки? Хреново. Я в кружок чё сюда. Пол комнаты в огне. Можно вопрос? Что вы делаете на Мироне 22.30? Это вправо даже? Это вправо, да? Да. Третье. Что, знатно обосрались, походу. Не знаю, никто не обсирался. Ну, я смотрю, 4 часа 30 минут уже. На сигнальных слить, милики. Это лучше, чем 4 часа на отбафе. Знаешь, что будет в моей жизни, да? Сейчас фортанет, убьем. Бейте башку. Бейте, бейте, пофиг. Попробуем. Сейчас убьем, поговорим. Нет, докладит режим сделан. Построй нормально сделан. Двигайтесь. Бейте башку. Сейчас нам фартанет и убьем.
сместились. 5 на удачу убивать, да. Да. Когда мы по-другому убиваем. Побежали. Погнали, не стойте вам. И не умрете. Сигнально вас лить? Кто тебе душит? Он все равно на месте стоит. Потушил уже, что мог. Давайте стоим тут, сейчас тут огонь разольется, выбежим. Подойдите все сюда поближе. Все, побежали, побежали отсюда. Вон сюда, выбежали. Это что, бомбочек не стоят, где дофига эти. Ну я понимаю, да. Четверть комнаты свободны. Так что если сейчас взорвется, это бай. Да, да, да. Главное в огне не стойте, смотрите. Просто. Добьем середину. О, нормально. Иди сюда, в меня, на меня веди. На меня чуть-чуть. Наверное, через центр побежим. Смотри, куда. Через центр побежали. Метка. Обстрел скоро. Сюда, сюда, к стенке, да-да-да. Бегов нету, стоим, наверное, здесь. Сейчас обстрел был. За спину, за спину. Быстрее за спину бегите. Мы уже за спиной. Как этот в ролике сказал, чтобы у тебя хуй во лбу вырос. Сука. Хуевая подруга. Давайте, может, завтра, я не знаю, уже начинает напрягать. Да все, жопа горит, нахуй. Изи мод убьем. В смысле? Не, давай этого пожарного. Давай пожарного трать, нахуй. Мужика. Пацаны, да, если бы мы сейчас дождались, короче, тушения на теле на второй фазе, мы бы сейчас его убили. Да, ребята, если бы, мы, если бы мы не зазергали тело, у нас бы было больше места. Пошли. Там же и проблема. Можем не пережить вторую фазу. Сейчас смотри, Пеппер, блядь, мы сейчас на изи моде, блядь, у нас минус 5 будет как минимум, блядь. Подбегаем к боссу. Я спекаюсь в сову. Так травим или нет? Изи мод, блядь, делаем. Кстати, мы сейчас два танка все это время били, а здесь нужен второй танк вообще? Конечно, он же трэш тоже помогает. Так, чё, один танк? Сакра там нужен. Идите быстрее к боссу. Делайте изимот, смотрите, там если надо кому-то пожарный, дайте мне один трай, мы сейчас убьем. Дай мне мент. Давай, тебе ассиста дам, еще трай Джерриона. Посмотрим. Сейчас подойду. Не, это, в Ирдру тогда Джерриона? Обратно. Будь в этом. В скобе 4 хила должно быть, или це фокус спекайся в ДЦ, а Альпич спекайся в шипа. Будем так бить, фокус лучше играет на ДЦ. Ну, без обид, но надо убивать босс. Надо, ретро, никуда заходить. Я просто сказал, что надо сделать. Альпич спекается в шипа, фокус в ДЦ, все. Дайте джипсик туда починиться. Спасибо. Вот, дайте правильно. Меточки бегайте в кружочке на первой фазе, а потом будете бегать в квадратике. Чек на баф и готовности, побежали сразу туда. Бафать Англию в бою. Чем это? Фокус ты в ДЦ? Да, фокус в ДЦ, да-да-да, он в ДЦ. Супер, супер, все. Все готовы? Не, не все готовы, там варс. Ты тут? Лапу, каску. Все, Англия, тут, все, давай, начинай.
Дайте лапу под лица, дайте, все, запускай. Запускай, запускай, тыкайте эту красную фигню. Бейте в кружочки на первой фазе, потом я скажу, будете все бегать в квадрате. А не надо, не бегайте так же в кружочки, бейте босс. Отбежали, отбежали. Бьем босса. Стопайте, стопайте, стопайте. Стопните, по боссу стопните. Вообще его не бейте, стопните, просто хай себе. Там сейчас шоковый 8 секунд. Не забегайте вперед. Ну все равно тут сейчас оно все же потушится. Смотрим шоковый, и после шокового сразу будет тушиться. Беги, малыш! Шоковый смотрим. Добейте. Смотрим. Добейте. Пойдите там звездочку, разбегайтесь. Блин, где мой квадрат? На квадрате. Там сейчас лужи будут литься туда-сюда. Тут ставим. Знаете, будем сейчас как двигаться? Змейкой. Немного пробежим, чтобы оно весь огонь потушил. Сейчас разлив. Угу. Пробежали. На РЖ остаюсь. Да. И все сейчас все в такое. Милики, стали в квадраты, так и стоим фокус. Тут надо сейчас будет сделать приоритет на щиты. Бомба побежали, полетела, все, полетела бомба, перебежали в квадрат. Вот видишь бомба где? В огне. Отшает куда-то в жопу всегда. Ставь квадрат. Весь огонь потушь. О чудо! Бейте босса. Случайность. Это метка красная. Смотрим, просто метку в квадрате стоим. Стоим в квадрате. Босса не бить, вообще его не трогать сейчас. Три ляма, все. Стоим, курим. Всем привет. Мне обстрел стали все за спину. За спину. Шаман, ты сейчас сдохнешь. Отлично, двигаемся за кружочком. Все, зергаем босса. Отлично. Мало огня, зергайте босса. Супер, смотрите, как огня мало. Вообще, вся комната свободная. Бейте эту голову голимую. Будем двигаться, чтобы центр был немного залит, потому что мы в центре босса все равно не бьем. Все, двигаемся за квадрат. Бейте голову, бейте сразу голову. Заливаем центр, как Москва. Это первый круг трассы, второй круг трассы, третий. Вот так и двигаемся. Увеличиваем это, радиус. Дайте ДЦ. КД. Смотрим, милики также бьют бомбоботов и двигаемся за квадратом. Все отлично. Хоп-хоп-хоп. Так пробежались, разлили огонь. Смотрим, сигнальных ботов сразу разбить. Вот опять же так чик. Давайте бомбоботов и сразу в квадрат. Вот так вот круг вот делаем. Хилика гимномана. Да. Филакс, сдох, как ты сдох? Как ты сдох, Риза Филакс? Ёлка-то. От трэш. Добивайте голову, добивайте последнего бомба-бота. Квадрат будем отсюда начинать, и у нас есть целая комната, чтобы это... Не сдохнуть. Штурмового добить, добейте. Знаете, как там жмук назначал, так и бейте голову, туловище, эту всю хрень, только в квадрате стойте, и все будет хорошо. Все, начинаем. В квадрат. Играем.
бросил бомбу в центр. Бомба не дотащит. Отходим, отходим, отходим. Заебись. Я. Я просто. Убили? Выводи босса нахуй с огня, быстрее, блядь. Здесь. Быстрее, блядь. Да зачем? Вы не убьёте. Да похуй, блядь, давайте пробуй. Там по миллиону, сука, у частей, блядь. Что, отмели, что ли? Да я специально побежал уже в эти мины. Да, да. Бейте. Выводи с огня, блядь. Место. Хильте. Ну, ну, сука. Ой, в пизду вас, нахуй. Бомжи, блядь. Бомба в центре, Джерри он молчит, блядь. Я проебался там, блядь. Не увидел просто. Вот видишь. Покинули тело. Давайте еще. Давайте еще трай, давай. Хочешь еще раз? Могу поехали. Ну там в чем прикол, типа, мы потушили весь огонь, там я проебался с той бомбой на четвертой фазе. Там отбежать надо было буквально к стеночке. Просто, блядь, она все, ну... Надо ее носить. Но она четко в боссе была, правильно? Она прям в центре была, комната, где босс стоит. Где босс стоит, да. Видишь, крик. Так и должно, так и должно, типа, ну, типа, там весь огонь был в центре, бомба в центре, но там я проебался, ну что я сделал. Главное, что вы поняли, как надо бомбы тушить, чтобы не было этого огня ебучего. А что ты имеешь? А для тех, кто не понял, можешь проговорить, что именно? Мы сделали. А что ты имеешь в виду, бомба рандомно летит или летит туда, где? Бомба летит? Не рандомно летит, она летит в ту зону, где дофига человек. То есть, типа, смотри, если мы будем стоять дофига людей параллельно огню, ну так парагоны убивали, я видел, то типа она полетит все равно туда, и мы такие перебежали, и огня нету. И все, она не летит в одного конкретного человека, она летит рандомно, где куча народу тусуется. Конь разливается вот тут, вот где мы стоим, от квадрата до квадрата. И если мы станем атаковать так же босса, бомба туда и полетит. Давай проверим еще раз, наверное. Давай трай дадим еще. Или нет? Давай. Можно дать трай, но это не проблема. Босс убьется. Там надо просто ту бомбу подождать. И баф. А что, видать, бомба, которая на последней фазе была, у нее, видать, другая механика, да? Она почему-то в центре появилась, там же не было людей. Она в центре появилась из-за того, что мы стоим, ну, типа, получается, она появляется там, где куча народу, и она, ну, пролетает место, то есть она же не падает в человека, она там летит куда-то в огонь. Получается, что мы были как бы ближе к... Ну, бля, там как-то не... Ну, она не была конкретно в центре, эта бомба, она типа была ближе к левому краю. Спинами, то есть если мы смотрим на босса, она падает за нашими спинами, примерно так. Сейчас проверим. Погнали к кнопке. Крест шамана. Крест престан. Я быстрее уже на кнопку нажал, почти. Краски не зажимали. На, опа. Куда идти по магам? Ёбаный в рот, паладины. Стиль. Сейчас будет шоковый. Дали. Шоковый? Угу. Я не стою. Посмотрим, что будет. Эти босса стопнуть. Как стопать урон? Да-да. Стопайте, 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 не бейте. Че никто не бейте, смотрим шоковый скор. Так они достаем. Стоим, хилимся. Да фабилочки прижимайте. Декат, ты далеко, ты еще можешь дал ранг портанешься. Беги, малышка! Надо побежать. Захиливайте хорошо. Давайте, добивайте. На середине его добиваем, добиваем. Ресать с этого, нет? Экстримка. Не, подожди, пока никого не ресай, вдруг на что-то упадет, ну, нужный. На экстримку ты тоже не уходи никуда. Да, куда? Ага.
маги щит. Вроде начал читать, и бафа нет. Маги щит от огня не забывайте. Главное выжить. Какой баф? Уходите, надо, чтобы лужер, блин, как-то она херово разлилась, пипец. Побежали. В это и также стоим, только продав эти нормальные щитами, чтобы бомба сразу туда полетела. Бомба. Отлично, смотрите, опять же туда полетела, перебежали. Здесь опять стоим тут. Хилы не забегайте, в кружочке хилы. Контра не забегайте. Сейчас скоро за спину. Скоро за спину, готовьтесь. Давайте за спину. Смотрим. Беги, малышка, беги! Забываем за спину, за спину, за спину. Бегим на ХП. Бегайте за спину. Пиздец. Сука. Надо ждать, наверное, да? Центр залит, добивайте, добивайте. Ну вот как это объяснить? Это не про хил был у этого входящего урона. Подыми меня, вой. Сюда. Ближе к центру. Джер, у тебя есть чашка? Надо, чтобы следующая часть была не залита. Мы, в принципе, сигнальные должны что-то потушить. Кулак бафни, типа, пришествие бафни по ДК кулак. Значит, эту половину до конца заливать. А ты где, Саня, на тебе? Давайте за квадратом двигаемся, до конца заливаем эту половину. Огонь, двигайтесь. Надо, Ирина. Ждал тебя. Чего надо? Вы говорите по ману, нам на ману. 10 приступов. У меня есть, если что. У меня есть. Что там? Бежали, бежали, сигнальный. Он салвеж. Башку. Разливаем тут у кнопки огонь и на другую половину побежим, где нет огонька. Стоим пока тут, разливаем пламя. О, побежали. Моя половина полностью чиста, можно убивать, в принципе, если туда упадет бомба, куда нам надо. Половина тоже от сигнальных чистая. Еще так же бьем. Сигнальный. Обстрел, потом шоковый, и убьем. Бежали. Давай убьем. Где бомба? Смотрите быстрее глазами. Вижу ее, в огне где-то, далеко. Рядом, рядом, сюда к стеночке, поближе. Кружок. Надо в центр ставить босса. Босса в центр ставь. Метки, метки, метки красные. Выбежали. Вокруг босса рассоситесь, вокруг босса в центр ставь. И сейчас за спину надо будет забежать. Вокруг босса, вокруг босса. Смотрим, спинку босса ищем. Обязательно спите, быстрее за спинку. Спинку, спинку. Давайте. Стоим, бьем. Стоим, бьем. Нормально. Сигнальный сало бежит. Кружочек. Я не получаю урона, в кружочек. Кружочек. Все, добиваем, стоим. Сейчас скоро будет шоковый. Низ. Шоковый сейчас надо будет отбежать. Вниз и добиваем. Красный мерк. Бежали, отбежали, отбежали, отбежали. Отбежали. Добивайте, босс. Добили, заебись. Все, можно в РС-очку идти. Какая РС-очка? Йок и Везекс остались два босса.
Сейчас порисую, помогу. Гоните с абсорбом, там есть у кого-то. А урон есть у кого-то, покажите. Он есть. Пласируйте. Поехал. Боешный, если что, ролики все. Тогда скажите, кто выше паролов, у меня чат маленький. 94, я и Алпич. Давай переролим Алпич. Ну, у меня 100. У Алпича 83. Так. Рольте. В смысле ради этого Г, блядь? Я не понимаю, зачем вы так пишете? Ну, не хотите пыхтеть, не ходите. Не классно, чё? Посидели, потравили, убили. Надо гордиться собой. Да лут это... Ну и что? Разный лут бывает. Не один твой класс здесь на сервере играет. Пошли быстренько сейчас йога и этого, Везекса. Бейте трэш там. Вот эти латы надо кому-то? Не знаю, мне никому не нужны. Давай, Англиф, пиши мне в ПМ ники, я начислю. Потому что я уже перестал за этим смотреть. Ты пиши, я сейчас начислю. Так, Эйден. Так, а ДМПС не линковали, да? Не просили. Не знаю. Ну падал ты. Контрольте его, контрольте, стан давай. Ну что поделать. И Джерион. Давай, похуй. Не знаю, я успел крикнуть про бомбу там. Там пол рейда успел отбежать. Да, пол рейда успел, а пол рейда не успел. Давай танком ебанем. Калку и хрентум лексу. Лучше калку. Там говорят, Хризи умер от моба, которого танки не танчили. Что вы скажете на это, танки? Ваша задача не в огонь смотреть, а танчить мобов. Вы, ну, не знаю. Загрузки. Ну, видать, он просто пошел в рейд и убил Ризи Филокса с одного удара. Мы сейчас, по-моему, без... А, нет. Без смертей сделали, да. Я понял. Нет. Я к тому, что трэш ходит, всех бьет, я думаю, это без танка что ли бьем, а там он просто писал. Да, конечно, сейчас, секундочку. А, плюс 500. А ты знаешь, вот это много по Шурику, без каких ачил, делаете плюс 0, и все, и уходим отсюда, блядь, уже не могу, да, сидеть. Все правильно. Так, пальпация ИП на куда? А можем мне ИП удалить? Я тебе накидывал, да? Я тебе накидывал 350. Да.
Вот это вообще надо убрать, да? Я же еще не вышел. Я навар хочу, потому что пола не будет. Перенесите апис, у нас же минус один апис пришел. А их двое, поэтому по сотке. Да ты два раза сдох, фрау, по-моему, два трая было. Не знаю, вылетал, не вылетал. О, слушай, там кистевое не упало с этого? Давай, прыгай, калк, туда, в эту парашу. Вот, что ты перестал ралить? Идите бейте всю эту хрень. Нету времени. Нет, давайте еще посмотрим. Ты спрыгнул уже. Папирос, зачем ты спрыгнул? Чтобы сдохнуть там от трэша? Да я и сам подумал, что вы не прыгаете. Что Войт перестал рарить, его, наверное, три ночи ему сказали, надо потише, давайте, ребята, давайте, бейте этот трэш. А чтоб я еще раз плюсанул в льду, да никогда в жизни. Чильте Джанси, давайте, пожалуйста. Ну, у нас три себе плюсанет, будем фастран делать за головой, голову отдавать всяким мелисунели. Дайте маком зайти на голову. Паролик ни разу не забирал голову. Круговая порука. Да заходи до пизды вообще, ты видишь сколько престов тут, чё ты спрашиваешь? А я и буду знать, у меня матом или нет. Заходи, а чё за мат нормальный хоть? 6-1. Хуёвый мак, не оставайся на пизде. Да нормальный мак, заебал. Зачем ты идёшь на мага? Я хочу голову паролить, а у меня нету головы. А кто тебе её даст? Ну я буду ролить её. Ну не ролим. Ты там плечиков играешь, дай, дай плечо, там в трэше плечо. На НХ. Спасибо. Я за сегодняшний рейд собрал, по-моему. Блин, не знаю. Половину, наверное, всего шмота на НХ. Резните джиндоу, квадропедро, ты тут, резните квадропедру. Саня, ты тут или ты ушел уже? А, блять, он там. Что ты говоришь? Олег, ты тут? Да. Ты это, ты второй раз там отнял мне 200 гп. Че ты там делаешь? Угораешься? Просто играюсь. Играешься? Не обращай внимания, да? Наурус, ты тут? Просто я уже отнял 10 гп, кинул на второго паладина, на него получаю ЕП. Если ты про это. Еще понятно.
Я бегу секунду. Трисси, подбегайте сюда быстрее, квадропедера, Антумблик. Антумблик. Я до. Остальные бега. Так бежать далеко, пиздец. Ты знаешь, что у нас лока нет? Ждал бы тебя резко. Ребята, блядь, тяните время. Олег там уже в тюрьме. Можете без меня начать. Ну, блядь, это ты рейд без лока собрал, я-то тут при чём? Можете без меня начать, я портанусь. Куда портанёшься? Куда ты портанёшься? Зачем? Агри босса ДК. Заебали стоять, похуй на баф на вашем. Агри босса. За Роман, да, да, отпить, блядь. Да, гимн, я уже тут на 10 пристов. Я уже у лестницы, ну ладно. Нормально. Хуя тебе этого. Где только на ВДК? Копье отлетает. Отходим. И подходим в лужу, бьем. Иди под босса, встань, пришествие. Что ты здесь делаешь? Ты холипал. Иди встань под босса. Отошли опять отсюда. Ну, заебись. Частицу на БДК повесь, пришествие, ехиль только БДК. Пошли. Же частицу можешь не вешать, просто его хили все. Заебись, Романа нет, убить. Я с вами, пацаны. Ты задамажил. Чё там копьё, блядь? В лужу встаём, дамажим. Чё вы, блядь, хуй пойми, где стоите? Метка вышел. Подрепер. Отошли и заходим обратно, сейчас упадет, заходим, намажем. Заебал ты хилить рейд, ёбаный ты череп, блять. Выбеги. Ты с игроками стоишь, они отдают свое хп в босса. Планир, смотрите, за рейд упало, считайте, упадет 3 осколка только. А сейчас Йога упадет? Да, 100%. Кольцо надо? Все, я на мага пойду. Я хуй пойми, как ты на мага пойдешь, блять. Оставайся здесь. Да я сейчас. Да не буду никто рулить ничего. Не надо блядь. Ничего. Блять, никто не будет ничего ждать. Да блять, заебал. Да блять, вот ты взял по твоему магу, отдадут голову. Я не могу понять, что ты так им рвешься. А кому я отдадут сейчас? Не знаю. Ну с чего ты взял, что именно тебе? Ну я попытаю удачу свою, почему нет. Ты здесь без ролла, здесь РЛ отдает голову. Все, Джанси, так дадут голову, это все, успокоились. Это. Дайте подумать насчет комнаты, вашу мать, нахуй. Хватит пиздеть в этом РК, я уже заебался тут сидеть. Тоже. Пиздите и пиздите без перерывов, там РК кому голову отдадут. Никому ее не дадут, на распыл его поставлю. Заебали. Давай ты, Джерин, побазарь. Ты я уже заебался, блядь. Фокус, спекайся в ШП на этом боссе. У Англифа еще танк есть. Или экстрим качается. Нет, Англиф, спекайся в танка. Короче, вот 24 убивается, все нормально. Не, давайте поставим лучше одного рогу туда.
Значит, третья, четвертая заходит в комнаты, третья заходит слева, четвертая заходит справа. Считаем от низу по перехрестному сечению портала. Гутербол первый, Квадропедро второй, Войстерфол третий, Фокус четвертый, я пятый. Также само считаем от справа, только минус один портал. Фонд первый, Экстримка второй, Хризифилакс третий, Джиндоу четвертый, Джаспанк третий. Кто не зайдет не в свой портал, ну просто идите в жопу, я не знаю, что вы будете делать. Я не буду кидать никому. Вот и все. Все, отлично. Чек на баф и готовность. Три танка, на пул на танков, калк, что не хватает. Еще раз повторю. Только зайдешь в первый портал, сразу прожмешь баблу, чтобы у тебя не отняло здравомыслие. Я сразу прожму АМС, фокус на себя щиток, квадропедро на себя щиток. Если по вам не проходит дамаг от черепа, у вас не забирается здравомыслие. Саня, ты готов? Альпич, Роджер, Аписи, Пришествие хилят... хилят снаружи, Гутербол хилят в комнате. Альпич спекнется тут в ДЦ, будем еще в ДЦ играть. Вроде да, все. Скажи еще раз портал номера левый пойти, третий. У тебя первый. По перекрестному сечению, то есть первый от рожи. То есть ты смотришь на Халеона, твой первый портал, на этого гуся. На как его, бля? Йоксарон. А фаунда получается от, ну, от твоего портала, то есть следующий. Все, все готовы, смотрим, там лужа. Все, погнали. Стоим в квадрате, не двигаемся. Милики, можете бить, я бить лично не буду, потому что я буду базарить. Все, давайте танки, пошли. Пофиг на эту лужу. Да, сагрили одного моба, красавца. Роджер, рвение сары, все, бьем моба. Звездочку только бейте, только звездочку. Все, только звездочку бейте, отлично. Звездочки будете бить крест. Звездочку добили, бейте крест. Крест, а, крест стоит вроде, да. Все, бейте звездочку, отлично. Добились, третий страж. Крестик бьем, это третий страж, бейте крестик. Давайте. Уже на нас пошла, все хорошо, сейчас выйдет, три моба сразу выйдут. Звездочку бьем, звездочку. И квадрат после. Полумесяц. Давайте звездопад, Сова. Еще сейчас будет мобы три. Звездочку опять же бьем, бейте звездочку. Бейте моб с рейда. Том квадрат. Том квадрат. Сколько там хп в этой хрени, я не вижу. А все, сейчас взорвется и два моба добьем. Подобиваем двоих мобов. Бомбик. Звездочку и рассоситесь. Бываем, что лучи сейчас двигаются. То есть, когда их выпускает Сара, они двигаются. Сразу удушающие убили и перебежали, убили тяжелые туда-туда, в ту комнату. Речь с диспелли, с ДК, ослабление. Дайте диспел по ослаблению, Альпич, дай по ДК диспел по ослаблению. Отлично, давайте РДДшки. Звездочку играем. Смотрим, эти лучи отошли от лучей. Джанси, удушающие щупальца, Джанси в удушающем щупальце. Папироса, сбегайся, алло, блядь, беги. Сука, беги. Папироса, сбегись там с кем-то. Давайте тяжелое, добивайте РДД. По тяжелому сыграли резче, по тяжелому. Время 5 лучи. Полы добили. Душевная боль, Экстримка. Добиваю. Блять. Подходите, череп. Подходите к порталам. Смотрим порталы. Все, давайте по порталам. Пошли, давайте бьем. Он заебал. Все, побежали резче. Прожали боты, у кого есть.
Все, выходите, выходите. Входим, наверное. Входим, все, заняли свои места, добили, помогли добить тяжелые щупальца. И ждем опять. Лично я в портале проебал только два здравомысления, не знаю, как вы. Два проебал. Смотрим, сейчас эта хрень будет. Отлично, сейчас порталы через 3 секунды сразу заняли свои места и побежали. Отлично, отлично, супер комната, давайте. Четвертая группа направо. Третья налево. В центре встречаемся. Чоп, сразу в комнату центральную бьем. Все, добьем секунд. До конца. Бейте до конца. Вы что, бегите, алё? Это вот как стадо, ей-богу. Стадо конца не бойтесь, нормально. Блин. Успеем до конца бейте. Выходите сами с портала. Что там? Говорите. Отворачивайтесь. Выше, давайте Геру. Шеста, не отворачивайтесь. Отворачивайтесь. Отвернулись, блядь. Лучи вот эти. Жми мастер ауру сейчас. Готовься. У кого сосредо. Жми. Не прожил, сука. Отворачивайтесь. Давай тебе. К нему подбежал, убил меня. Отвернулись. Что, поднять нет? Бьем. Подумай. Отвернулись. Быстрее отвернулись. Вернулись бить. Отвернулись. Там фир сейчас. Бьем еще раз. Отворачивайтесь. Ну и все, на мужика. Добиваем, не отворачиваемся. Древнее некуда, это ачивка. Грань порочности, отлично, хоть что-то. А хотя она такой осколок, смотрите, упал. Да, надо... Грудак. Будет в какой пати? У меня есть такой. Будем конить урон, и я пошел спать. Первый. В мозг и общий. Теперь есть рекаунт, что ты... Не-не-не, я отключил его. Уходи свою роль. Гад с ним по ПЦ. Два защитника роли. Ебаный, представь им спасибо. Давайте удачки. Давай, пока. Ролим выкройку. Так надо было ролить, блядь. Потом обмен кинешь. Так, выкройка смотрю.
7. Куда ты забрал себе грань? Мне она тоже нужна. Сейчас передам. 96 апис. 96 апис. Кидаем ролл на голову, я посмотрю, как ему отдать. Кидайте ролл. Кинь обмен, кто там? Паладин Джирион. Где вы? Вы где? Надо темную грань порочить. Древковая вот эта, да? А если там палу не надо Демирун, то бы я его тоже бы взял. Покачал бы дробяшку просто. Ну, для кача. Да бери, бери, бери. Чё ты, не хочу я пота делать. Давай. Сейчас я посмотрю, сколько ИП там. Подождите. Ты смотри, к примеру, тот же Ретри, он уходил, на уступал, а потом снова зашел. Соответственно, ему не фул ИП. Да, там что-то он на Мимироне только не был. Нет, на того же босса пришел. Ставлю портал, портал. Я имею в виду, что тебе сейчас не за фул ИС должны дать. Понял? Только то, что как бы ты не был. Он ушел. Она ему что-то дали там, да. Он ушел с Мимирона и пришел на него, и ИП я ему отнял. Если, ну, если ты то, что начислил, отнял, тогда ладно, да. Просто я сейчас на варов зайду. Да. Сейчас, секунду, ты это покидай, пати, сейчас посмотри, сколько я. Портал, я сам туда сейчас иду. Я уже в Долоране. Пока. Так. Кто еще на ИП прессуйте? Только на ИП пишите, а то Олег вас ссылка возьмет. Так, что можно начислять там? Стой, стой! Ну, вроде нет. Вот я плюсовал. Не могу пригласить члена другой группы. Теперь да. Сейчас накину. Чё, жёсткий инст... Ой, жёсткий рейд, да? Я так заебался, это пиздец. Пошли в целка. Лучше, чем-то.